Так, ну здравствуйте. Ребятки, извините, что я тут в таком колхозном виде немножко, значит, но и уже не первое видео. Да. Но, блин, дома плюс 18 градусов, а отопление что-то включать не торопятся. Да, поэтому я вот тут как чукча. На улице минус 20, в Яранге минус 5. В холодильнике плюс 4. Чукча залезет, греться будет. Да? Так. Это вот очень здорово, что вы начали писать мне рецепты в комментарии. Это здорово. Классно. Так, начнем с конца, соответственно. Рецепт. Клюквенный сок с молотым кайенским перцем и вода. Пропорции произвольные. Назначение рецепта – замена алкоголя на застольях. Ну, странное назначение рецепта, честно говоря. Я понимаю, там для вот здоровья, клюквенный сок, оно понятно для чего, да? Промыть кишечник от трихомонады, блин, очень хорошо получается. Клюквенный сок – это хорошо. Клюква содержит метронидазольную группу, поэтому клюквенный сок хорошо работает чисто местно, на слизистых, по которым проходит, в качестве именно противотрихомонадного средства. В первую очередь. Вот, в первую очередь. Но чисто клюквы всегда недостаточно, по одной простой причине, что там слишком много кислот, почки начинают орать от такого. Так, кайенский перец, в принципе, понятно. Вот, вода. Все это хорошо, все это замечательно, да, все это чисто по вкусу, употребляет, соответственно, по желанию. Причем здесь замена алкоголя на застольях, я не совсем понимаю. Вот. Но рецепт неплохой, да. Так, еще один тут был замечательный рецептик. Еще один замечательный рецептик. Где оно? Да, замечательно, вот еще. Есть интересные рецепты, не скажу пока откуда, в открытом интернете их нет. Очень интересно, что думаете по их поводу. Ну и перечисление. Лучший антибиотик. Хрен, 12 сантиметров натереть на терке. Добавить имбирь 7-10 сантиметров. Блин. Ребята, вот если хрен, я еще понимаю, как мерить, да? То вот как мерить имбирь 7-10 сантиметров, он же корявый, он же растет во все стороны одновременно, блин. Что-то я не совсем понимаю, как мерить. Да, все натерите в миксер. Две головки чеснока, яблочный уксус за пол. Кстати, а почему 12 сантиметров хрена-то? Ну потому что у мужа что ли такой? Или, блин, не совсем понимаю, блин. А если больше? Да. Так, 3 четверти литра яблочного уксуса или литр, лимон кусочками, да, добавить масло, значит, муравьиного дерева, чайного дерева, масло листа оливкового дерева. Что, просто оливковое масло никак? Не, не подходит. Орегановое масло, пихтовое и эвкалиптовое. Эвкалиптовое точно через Ф надо. Вот именно эвкалиптовое. Ну, так же, как в слове «вторник». Блин, ёкарный бывай. Так, значит, смотрите. Плюс свекла. Ну, мед по вкусу, ну, это понятно, значит. Желательно побольше, да? И все это взбить в блендере и принимать по пол чайной ложки 3 раза в день. Между едой, натощак. Так, значит, не надо мне рассказывать, что... то этот рецепт, значит, нет в открытом интернете и так далее. Вообще этот рецепт называется, значит, рецепт доктора Шульца. Он у меня есть на сайте, в группе, неоднократно выкладывался на всеобщий доступ, обозрение и так далее. Там, значит, да, там хрен, имбирь, там яблочный уксус идет, значит, либо, значит, яблочный сок туда идет. Только не 3 четверти литра яблочного уксуса, вы с ума сошли, это же жрать будет в принципе невозможно, блин, вы чё?
Вот. Это, блин, желудок только себе спалишь. Вот. Естественно, яблочный уксус разводится. Вот. Масла туда эти нафиг не нужны. В принципе, как только вы добавите туда масло чайного дерева, все это станет совершенно несъедобным, ребята, понимаете? А орегановое, там, пихтовое. Ребят, это будет такой букет, что вам придется, что называется, затыкать нос, чтобы не чуять, как это воняет. Закрывать глаза, чтобы не видеть, что вы пить будете. Затыкать уши, чтобы не слышать, как орать будете. Вот. И только после этого, значит, заставлять вас, других, чтобы они вас это заливали. Это же такая гадость получится. Да еще и эвкалиптовое масло. По 5 капель каждого. Смысла нет, в принципе. Ни орегановое, ни пихтовое, блин. Пихтовое чисто снаружи должно работать. Чисто как ароматическое масло. Масло чайного дерева, ну, можно внутрь. Но и то в определенных строго случаях. Вот. Эвкалиптовое точно так же, оно должно работать снаружи. Эвкалипт хорош именно своими летучими маслами, веществами, понимаете? Вот. И так далее. Свекла здесь ни вы, ни на, честно говоря. Вот. Мед тем более здесь. И, соответственно, там как бы побогаче получается рецепт доктора Шульца. Вот. И там все это дело жрется-то, собственно, столовыми ложками. И самое главное в этом рецепте присутствует перца кайенского дофига. Понимаете? Вот тогда да, этот рецепт будет работать. Без всяких масел вот этих вот. Но он тогда будет работать. Вот. А вот это вот какая-то кривая поделка на эту тему. Понимаете? Это вот точно так же, как... Вот есть какая-то нормальная вещь, как вот это было в самом начале, когда китайцы брались что-то делать, да? Нормальная европейская вещь, нормально сделанная, внятная, понятная и так далее. После того, как ее скопировали китайцы, получается какая-то крокозябла кривая. Вот это вот точно такая же кривая крокозябла. Я ж про что и говорил, что, собственно... Как сказать, рецепты нормальные, они генерируются умными людьми. Вот. А дураки их начинают мало того, что копировать, они их начинают еще переделывать. Так, это мне не нравится, это я выкину. А вот это, значит, я сюда добавлю, чтобы было получше. Но он же не понимает, почему вот этот рецепт именно вот из этих ингредиентов состоит и в таких пропорциях. Вот. Он же чисто вот на вот это вот нравится, не нравится. Ну, как говорится, не нравится. Нравится, не нравится. Спи, моя красавица. Вот. Как-то так. Как-то так. Так, так что это, ребятки, пишите еще. Пишите еще. Вот. Это очень правильно. Будем все эти вещи разбирать. Потому что на сегодняшний день накопилось вот этой вот глупости в интернете уже просто неимоверное количество.